Друзья, доброе утро. Сидим с Нюшкой. Сидим с Нюшкой в розарии. У нас тут, короче, розы, кофе. Думала поспать, но весь этот мой зоопарк разбудил меня в 6 утра. Вот я пока тудынь-сюдынь. Вот расцветает. Пьем кофе. Составляем план. План действий. На сегодня. Ну, сегодня по-любому буду плитку доделывать. Хочу вот эти ступеньки все-таки все со всех сторон, как говорится, доделать надо. Все материалы есть, все есть. Вот, и уже, как говорится, щели все запечатать на зиму. И это такой план. А вечером идем на этот, как его, на фламенко. Надо телефон почистить, чтобы вам поснимать. Меня это все спрашивают, почему я не подключаю монетизацию. Да я не блогер, во-первых. Отвечаю, я не блогер. Во-вторых, я не знаю, как ее подключать. Если кто-то подскажет, ну давайте поэкспериментируем. Может коту на это, на банку консервы заработаем. У меня там столько этих просмотров. У меня только мои самые преданные друзья смотрят меня. Потому что с такой жизнью вот это прибежал, убежал, и вот это халям-балям-блям-блям, и нету времени. Вот вчера весь день пробегала. Сейчас я кота на скамейку. У меня уже вчера эта работа настолько задолбала. Аж я ничего не поняла. А что это он без поводка? И ходит, а не с поводком. Чё, я уже думаю, ничего себе. У меня уже эта работа настолько задолбала, что я такая думаю, блин, надо куда-то выехать. Хоть на полчаса в какой-нибудь близлежащий магазин. Чисто, вот, знаете, вот по вот этим, по женским делам. Розы ну, днем поснимаю, потому что сейчас еще ничего не видно. Я поехала, я просто, вот, у меня там маска нужна была для ног, я просто вот полазила, вообще просто полазила, и глазами посмотрела вот эти все женские причиндалы там какие-то, духи понюхала, парфюмы там. Просто вот отдохнула мозгами, потому что крышак едет уже от этих всех строек, гвоздей, ремонтов, мусора. Надо взять какую-то подружку и нам поехать на шопинг. Потому что, ну, иногда надо вот просто вот беззаботно лазить. Беззаботно лазить, ни о чем не думать. Жалко, ничего не видно, еще темно. Вот так что вот такие дела. Если кто научит. Эй! Он ее терроризирует. Но! Она маленькая. Скажи, я тоже маленький. Ну ты маленький, но ты как конь. Иди сюда. Ну, вот такие вот дела. Это у меня такое утро, где, как лошади бегают. Ой, три лошади у меня. Это они приходят, эти конфеты по утрам просят. Короче, разбудили меня все. И тот товарищ уже на улице. Думала, посплю. Нифига. Не, нифига. Не дали мне выспаться. Я решила эту трубу страшную закрасить. О, буду учиться эти, как они. Граффити, да, или как? Как это говорить? Граффити рисуют, да? Ну и все, и я так погнала. Сейчас захерачу эту трубу, посмотрим, насколько одного баллончика хватит. И потом мне надо зацементировать тут кирпич. Вот это вот будут мои сегодняшние задания до конца дня. Все, и сегодня пятница. Слушайте, эта краска так смердит, что это ужас, надо на улицу выбегать. Как эти пацаны, вот кто рисует это все в масках в ней. You and me video. Yeah. Say hello. Hello. So you see it's my helper. Yeah. She helped me a lot. Huh? You help me? Yeah. Super good. Yeah. What's your name? Say Bryant. Bryant. Bryant, Bryant helped me. Yeah. I'm Samantha. Yeah. Короче, девчонки и мальчишки, вышла с работы, я понимаю, что я не хочу ехать домой. Надо мне немножечко какой-то разрядки.
Решила я прошвырнуться по каким-то бабским магазинам. Ну сколько можно вот ездить по вот этим всяким строительным магазинам, правильно? Ну все, пойдемте, что-нибудь посмотрим такое для девчат. Ну реально, просто хочется, знаете, вот просто... Не, у меня миссия есть, мне надо купить маску для ног. Ну, я видела в интернете такие сумочки плетут с бус. Он $16. Блин, ну ее плести, это с ума сойти можно. А там иногда, вот знаете, вот эти шорты вылазят в ютубе, девчонки плетут сумочки на заказ, вот такие вот. Не, он там с ума сойти можно, конечно. Маску нужно для ног купить, потому что ноги попарить. Поэтому я так думаю, приятное с полезным. Пишите, что вам показать, я буду вам показывать. Это недорогой магазин, это такой бюджетный магазин. Называется, вот видите, TJ Maxx. Вот это вот Рэйчел Зои. Знаете, эта актриса, она снималась, знаете, в каком сериале? Черненькая такая, с косичками. Там еще это Николь Кидман играла. Большая маленькая ложь. Она там играла эту жену этого, который ушел от главной героини. Там дети у них какие-то общие были. Вот она такая вот. У нее, кстати, у нее классное шматье такое вот стильное. Ну, не бабушачья, а вот именно реально стильная. Она знаменитая такая в этом, в Америке. Ну, тут что хочешь есть. Майкл Корс. О, $119. Майкл Корс. О, видите, это сумка. Сумка-бутылка. Вич. Яд, короче, для ведьмы. Вот такие сумки, он тыквы. Тыква сумка $30. Розовая тыква, такая тыква. Вон сумка кофе. Сумка кофе $20. Сейчас вот эти модные, эти торты. Тот. Маленький. Кто такой? Надо купить. Купить сумку, на работу ходить. Вот это такая, да? Вот там всякую эту херню таскать на работу. Короче, я не знаю, что я тут лажу по этим сумкам. Просто они у входа стоят. Так, что тут еще есть? Так, ладно, все точно так же, как и я. Угу. Шляпу ковбойскую надо. О, черную ковбойскую шляпу. Сколько? $20. Пойдем на этот. А, мы завтра идем на фламенко. Все. Так, тут что у нас? Уже зимний сезон открыт. Угу. А, прикольная сумка такая. Да. Сколько они стоят? $40 в рамке. Хера себе. Что еще тут такого есть интересного? Что это такое? Эти форма такая, да? Это все черное. Они по цветам, видите, понараскладывали. Все по цветам. Модели. Make a guess. Make a guess. $40. Это что такое? $24. Прикольно. Не знаю. Ну, я говорю, тут бюджетный такой магазин. Вот тут. Нету Гуччи, Муччи, Шмуччи. Тут, короче, поназавозили кучу всякого барахла. Вон, смотрите, что я нашла. За $14. За $15 Шишидо. Не знаю, надо еще тут порыться. Ну тут, конечно, да. И смотрите, раньше мало было чего в коробочках. Видно, воруют сильно. Потому что вот, все начали продукцию закрывать в коробочке. То есть из коробочки это значит, что ты не вынесешь, типа, да? Бодиполиш, вот эта фирма дорогая. Это умывалка. Сколько ты стоишь?
12. Недорого. Что тут еще есть? Тут надо рыться. Тут можно иногда, да, такое, как говорится, найти чего-то. Корейская очень много косметики. Что-то можно хорошее найти. Иногда можно думать что-то хорошее, нарваться на какое-то говнецо. Ну, в основном, если пойдешь в дорогой магазин, купишь говнецо, то тогда жалко денег, правильно? А если вот тут что-нибудь приобретешь, то как-то попробуешь. Ну, не понравилось и не понравилось, выкину. Или пятки можно мазать. Ну, как-то не так обидно за вот эти деньги. Что-то такое, $20. Клерпад. Видно, что для чистки лица. Короче, тут надо ходить с этим, как его, с лупой и изучать. Потому что слишком много всего. Ага. Что-то корейское. Тут прям, ух, замки какие. Что-то серьезное. Что это такое? Лансер. Боди. Какой-то. Что-то там для боди. Может, кто-то из вас узнает какие-то там фирмы, бренды или как оно называется. То подскажите. Что-то я потерялась. Тут столько всего. Может, что-то будем новое с вами пробовать. Ну, реально, столько всего. И все эти баночки, скляночки. Все такое дорогое. Вон тут уже какие-то золотые улитки. Ох, как оно светится, переливается. Прям, ой-ой-ой. Ой, а тут прям он с ложкой. Эти, 24 gold. Крем для лица. Вон тебе ложка, там золотые шарики. Ё-моё, и все это 7 рублей. А кто производитель? China. China. Как там говорят, какие самые 3 знаменитых слова, да. Ну и все ж бабы там, I love you, я тебя люблю, хер там. 3 самых знаменитых слова в мире, это made in China. Такие это. Куда ни плюнь, везде China. А, вот тут вот должны быть какие-то баночки, скляночки подороже. Вот эти улитки, смотрите, как они популярны везде, да. Ну, о, все, вон прям, вон, все, куча улиток. Ну, я попробовала, мне понравилось. Кстати, вот этот Мурат хороший. Я только купила такой маленький тюбик один. Ну, не знаю, мне понравилось. Я ничего плохого не могу сказать. Это что-то корейское. Я не знаю, но все говорят, что... Ну, все, кто там разбирается, вот эти доктора на ютубе, потому что мы все этих тиктоков понасмотрелись, говорят, что это корейская косметика, она с этими, с гормонами. Что пока ней пользуешься, то эффект супер-пупер. Как только перестаешь нею пользоваться, начинаются эти. Ох, тут прям мыло золотое. Начинает морда лица, как говорится, всплывать. Так, куда я? Чуть-чуть. Мочалки нам не интересны, да? Нам мочалки не интересны или интересны. Тут вон это, шею греть. Шею греть. Там тетки выпихнули меня. Смотрите, что нашла вот этот Avon. Помните, да? Или я что-то ошибаюсь? Ух, такие сапоги. Сапоги? Не. Чунь-чунь-чунь. Эти модные. О, и такие, и не такие, с жемчугами. Ну, красота же. У нас все, видите, все к Хэллоуину готовятся, к этому, к Сэнксгивену. Тыквы какие хочешь. И такие, и не такие, и подушки, и бу-бу-бу. Чего тут только нет. И народ так охотно раскупляет, хочу сказать. О, тут жабы такие, да? Танцуют, вытанцовывают. Прикольненько. Не, ну есть такие вещи, конечно. А, тут уже он к Рождеству пошла жара. Тут уже все.
в нежно-розовых тонах. Готовимся к Рождеству. Не, ну прикольно, конечно. Так, там олени, там тыквы, там пряничные домики. Ага. Тут эти всякие Лил и Стич. Сколько такой дом? 40. $40. Красиво, конечно, все. Это дома надо какую-то композицию собирать. Вот так вот одно, когда приволочишь, ни туда, ни сюда, да? Или как вот? Как вы делаете? Я не покупаю вот это все. Это я так тут лазю, глазею, чтобы вам показать. О, там вот жених и невеста в шаре. Ну, красиво, конечно. Это ж такой разводняк, да, людей на все эти деньги. Сейчас где-то тачанку свою оставила. Ну, сколько праздников, да, попридумывали. Тут только один праздник закончился, херак, на тебе второй праздник, да? Иди трать деньги, иди давай трать деньги. Не расслабляться. Надо купить горшок под этот каванхоя. Я его посадила в такой дурацкий горшок. Вон, $19. Ой, бля, какой тяжелый. В этот, в дурацкий, да. Ну, я не буду, я на каких-то скидках это. Подожду на скидках. Там горшок без дырки. Короче, надо это, пересадить его в горшок с дыркой. Потому что он будет гнить, корень будет подгнивать. Я глупость сделала. Ну, ладно, мы шутимся на ошибках, правильно? Ну, горшок, он $15. Надо такой, чтобы компактный был, чтобы... Куда-то его перетаскивать. Давайте выберем горшок. Так, поснимаю вам эти всякие приколы, фокус-покус. Это ж по поводу вот этого разговора про разводняк на деньги. Это ж есть такие вот домохозяйки, они ж на каждый праздник меняют декорации в доме, посуду. И вот оформляют под каждый праздник, где он, пожалуйста, как они на эти капкейки эти, бумажки, вон тарелки эти всякие разные. Там, допустим, на Пасху там яички, там зайчики. На вот это, вон, пожалуйста, вот, вот это. Вот тут вот Крисмас, вон бокалы. Пожалуйста, один бокал, 10 баксов. Чашки, елки. Такие чашечки красивые, нежные. Тяжелые. $10 чашечка. Ведерко для шампанского. Тут вон олени хрустальные по $40. Не, ну красиво, конечно, вон эти штучки, дрючки. Тут он даже для собак эти. Не, ну красиво так, конечно, полазить. Что это такое? Полазить. Полазить, поснимать. Угу. Чашечки, подарочки. Снупи. Снупи, шмупи. Тоже товары понапривозили. Вот это ж модно. Ну, типа в холодильнике держать, все переливать вот в эти контейнеры. Тоже там тиктокеры рекламируют. Блин, это ж мыть его сколько надо. А, вот, силиконовые формочки. Вот это хорошая тема, да? Сколько ты стоишь, красота? Значит, две формочки 6 рублей. Слушайте, ну хорошая тема. Можно даже в этот, в эйрфраер их ставить. О. Эйрфраер, силикон. Угу. А в духовку, интересно, оно пойдет? Я только в этот эйрфраер. Он тут этот, для льда, формочки, котики. Ой, что-то только нет. Не, ну силиконовая, да, прикольно. А это для яиц эти формы. Так, тут у нас еще тряпочки всякие разные. Красивые, чтобы убирать было удобно.
Ну, вот тут, видите, Рэйчел Зои, она и посуду выпускает. Везде успевает. Глаза разбегаются, да? Мне нравится иногда так полазить по вот этим бабским штучкам. Ага, он Лила. Мне так нравится этот Стич мультик. Я не могу, я от него балдею. Сколько ты стоишь? $12. А, класс. Тут он для бриллиантов. Оп, там что-то хранить. Для любовных писем. Тут для колец. Ага. О. Короче, надо чесать домой. Дома собака ждет. А я тут лажу. Не только собака ждет. Ну, вон эти наши любимые сковородки. Они, или это под них? Это какая-то другая фирма. Приперлась домой, устала я к этому. Вот, а вот показываю покупки. Вот зубную пасту купила, написано флюорид фри, без этого флорида. Но я ее раньше брала, я знаю, что это такое. Хорошая это зубная паста. Этот. Потом под глаза маску налепим. Обязательно. А вот это вот маска носки для, ну, для ног. Короче, там клеенчатые носки, там ля-ля-ля. Короче, час носишь, можно носок туда ходишь. Сейчас я ее начеплю и потом пойдем мыться. Так, это такой гель. Я уже сижу тут читаю. Короче, после на очищенную кожу наносить утром и вечером. Вот, $15. Надо будет потом поехать посмотреть, сколько он в другом магазине стоит. И вот такой горшок купила для каланхоя. С этой уже там дырка, все, чтоб корни не загнивали. А, еще вот лак купила. Лак этот Опи, он как Орли. Держится, кстати, на руках где-то неделю. Но я пока не крашу этими цветными, потому что у меня работа дебильная. Вот, я только... упал. Этот, я крашу этими бесцветными. А на ногах, ну, педикюр, то 3 недели свободно. Ну, он как Орли. Он, кстати, и нифига не дешевле. Но в этом магазине, видите, он по $5. По качеству даже лучше, чем Орли, мне кажется. Вот такие вот покупки, девчонки. Не знаю. Все, я начинаю свой уикенд. Все, салют. Все, желаю вам хорошего уикенда.